Надо перерисовать вот этот прямоугольник, который у меня состоит из частей С, А, Д, со сторонами корень из двух и корень из двух пополам, да? И для него нарисовать квадрат со стороной 1. Части надо, С, А и Д тоже. Да-да-да-да-да-да-да. Отлично. И рисуешь те самые прямые. Одна. Вторая. Вот. И какие же теперь возникли части? Нет, а там все хуже. У нас есть линия разрезания. Это вот эти вот синие прямые. И белые тоже. Поэтому с частями ситуация довольно хитрая. Вот здесь это заштрихованная часть. Да. Это вот здесь D3, а вот здесь A3. Так? Да. Поэтому вот так. Теперь А4 нарисовано. Вот такая часть, эта часть. Пятиугольник не двигается. Осталось его просто нарисовать. Вот здесь есть вертикальная прямая. Здесь D2. Здесь А2. И здесь А1. Пятиугольник, который не двигается. Ну, на самом деле, он по сравнению со всем исходным, он все-таки немножко двигается. Вот он вот тут, и вот эта штука не двигается, вот квадрат. Это да. Я имею в виду про этот прямоугольник. Да, 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 да. И этот пятиугольник вот. Дальше, дальше. Дальше есть еще один большой кусок. Это такой прямоугольник. Он состоит из D3, A3 и C. Да. Вот. И его надо сдвинуть параллельно по синей прямой. Вот. И вот здесь еще А4. Стороны А4 это синяя прямая. И две прямые, одна под 45 градусов горизонтали, а другая под 135. Вот здесь. Это А4, да? А3 сверху вот здесь. Да. Вместе с D3 составляют.